вообще все печально. Ну, если типа есть перспектива, что починят, то хорошо будет. Ну, по крайней мере, у льда вообще печально оно. Да не, ну более-менее пойдет. Угу. Ну, как они сделали, блин, око в начале, вот, героическое, которое было на X2, блин, вот оно реально печальное, блин, оно сломанное было в течение полугода, они чинили ее. Да там просто еще дамаг был нереальный, там же его нерфили 1000 раз, блядь. Угу. Мне еще прикалывало их сообщение насчет фениксов. А этих мелких фениксов нельзя убивать и нельзя контролить, и не надо их что-то вводить там. Что с ними сделать надо, чем бы хрен его знал тогда. Ну их хлопать об босса потом надо. Мы, короче, вообще на старте, знаешь, как угорали, блядь. Еще прям только вышло, но первые дни. Короче, мы их хлопали. И мы такие, давай придумывать, как сделать так, чтобы выжить, короче, чтобы все хлопнули, короче. Все этих 10 фениксов, по-моему, 10 их там. Мы, короче, блядь, прожимаем этот купол у ДЦ был. Там, по-моему, минус 20%. Я уж не помню, или 20, или 30. Все в купол вставали. Потом... Про товар ШВ отдавал, короче, это минус 30. Потом еще Сакуру одновременно давал паладин. Ебать, ну там, короче, рейд выживал 10 хлопков вот этих. Даже, может, не 10, там 2 контролили, короче. 8 фениксов хлопались об босса, и рейд переживал. И мы думали, нихуя, сейчас мы по такой тактике начнем бить. А вся проблема оказалась в том, что эти петухи потом в этих, в мелких пошли. И их один хуй контролить надо было. Не, ну так-то простой босс. Просто надо каждому на максимум отыгрывать. Не то, что там сова пришла там гнев потыкать, а вот именно, блядь, корни, тайфуны, блядь, вихри, всю хуйню, чтобы подхилить, инер залить, БР дать, бегать, блядь, на спринтах. Всю эту хуйню надо прожимать. А когда люди нихуя не хотят делать, там получается вот полгода сидели, блядь. Бля, это про меня, нах. Ну ты поэтому играешь на ДК, хули ЛПшку жмешь и все. О, и да. На маге тоже, фаербол и все, и пиздец. Да, блядь. Он прям, смотри, вот прям читает меня с ног до головы, я улахаю. Ну потому что, блядь, какими классами люди играют, все понятно стало. Все ясно, нах. Я когда отдохнуть хочу, я на ДК хочу танчить. Я когда отдохнуть хочу, нахуй, жена обычно что-нибудь делать, сука, заставляет. Типа, иди, блядь, картошку почисти, нахуй. Да, нахуй, а сейчас, блядь. Картошку, нахуй, я вообще готовить, нахуй, не умею и не умел, нахуй. Короче, пиздец. Хотя бы пельмени-то можешь сварить? Конечно, конечно. Это могут все мужики, нахуй. Конечно, блядь. Еще жена учила макароны по-флотски делать, нахуй. Только это было года 2 назад, я уже забыл как, нахуй. Да там хули, кидаешь макароны, блядь, и потом фарш туда кидаешь, похуй, заебись, блядь. Кетчупа ебашишь и жрешь, нахуй. Вот так, нахуй. Блядь, как звучит-то легко-то. Ну вообще, я знаешь, как делаю, ну... Кирюх, есть слово, Кирюх? Есть, есть, заходи. Че, Пиро, вперед, быстрее, сагрите все там. Да не там, у босса. Куда полетели, блин? А кем смекалка ходит сейчас? Престом или хантом? Последний раз вроде престом был. Прист вообще топовая тема, если ДЦшник. Выйти все оттуда, куда заехали? Да ему ханту ничего не надо, походу. Он, наверное, престом сейчас и топает. Да тут просто ханта еще 2 у нас, или сколько там было. А престов вообще на кот наплакал. А Кирюх, ты что, не будешь, что ли? Кто это? Кто это? Скоро про него вообще забыть можно будет, но... К
у меня тогда нахуй вторая дочь родилась, блядь, про меня вообще нахуй год никто не слышал. Так, Вася, сразу шкаф ставь, с Моню все убрать. Ты бы. Нихуя, аж на три ханта, блядь. Вот это конкуренция. Плюс 4 будем делать. Да какой у нас народа нет? Ну, хау, в группе пишется. Плюс 3 хотя бы можно сделать. Типа, там вообще не паришься, цветки не мешают, захуяриваешь его в хлам. И падают, короче, 3 сферы, и рецептов куча, и дополнительная вот эта вся хуйня. Сферы, я думаю, не лишние будут. Так, стоп, я же ХМ спустил, да? Да, все маяки горят. Башню жизни уничтожить, она там внизу в начале. Так как бы цветки эти ни хрена не делают, так что смысл лучше ледяную забить. Ледяная что дает? Вот это лучи ледяные, которые замораживают машинки. Так они и выйдется вообще легко. Прям. Но тем не менее машинки умудряются замораживаться. Нет, цветки-то поопаснее, мне кажется. Цветки похожи, да, цветки, потому что... Нет, цветки, они вообще бесполезны, в принципе, они заливаются. Ну, если все осадки в них стреляют, а если люди хуй забьют, то мы вайпаться будем. Впрочем, как с лучами, блядь. Ну, лучи в этом плане неудобно, то, что ты можешь стоять с разрушителя накидывать, а он на тебя прет, и на тебя еще и эта херня и едет. Босс, как бы, и ты уже, считай, в жопе находишься. Все знают, как с ними обращаться. Люди просто есть некоторые, они до сих пор убегают от них на постоянку. Мораль, где там ты? Бать, Хант, какой мощный, без чарок, без сокетов. Ух. Блин, хватит сюда стрелять. Ни хрена не вижу, где этот шкаф странный стоит. Чё за хан? Биг Боуна. Я так и думал. Не стыдно, братан? Биг Боу. Ну, по-моему, меня первый рейд хейтили вообще-то, что я без фаски пришел в рейд. Это ты Биг Боу? Нет. А чё ты... Не чаришься, камни не стреляешь, ничего не делаешь. Что у тебя за проблема? Мораль, Хау, просыпайтесь. Где вы там? Хау прилетел, мораль ждем. 53 человека, я не пойму, что почему мы не можем. А что там Владимир такое успел сделать уже? Ну. Ну, я сказал, не стреляйте, чтобы. Потому что я не вижу этот долбанный шкаф. Он мало того, что стрелял, он еще и заехал на шкаф этот. Вот засранец, нахуй. Так ниже, он же вот он стоит. Ну он отъехал пока. Блядь, нихуя. Кто-то крутится на шкафе. Нам еще Хау тут подъехал, тоже, видимо, хочет. Это не шкаф, это автомат. Он раздает ГП. Подъезжай, писал, нет? Подъезжаешь, лутаешь ГП. О, мораль тут. О, наконец-то. Так, ладно, давайте поедем. Правую зальем вышку. Ну, чем не будем ХМ делать, что ли? Да, не знаю, сможем, нет? Вот, в принципе, народу-то не хватает. Значит, потравить хотя бы пару раз, но так-то он не то чтобы сложный. Ну давайте, так, вот.
22 сложно будет, надо хотя бы... Сколько? Хотя бы 24. Наверное, оставить без пушек, и все, там все равно люди ничего не делают. Одного запустить. Так, вылезите все, офнитесь или выйдите из инста. Ну, сейчас придется распределяться. Ну, народ, выходим. Выходим. Кажется, вас было больше. Так а что эта манипуляция дает вообще? ХП чинит. Тише, 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 тише. Ничего не дает. Надо так. О, великий секрет, блин. Мораль. Офнись. Да ём, я только зашел. Вот типа с инста надо выйти там. Ты нахуй сегодня-завтра закроют эту хуйню и... Пиздец. Без нее убиваются нормально. Ты про, да, ты да, про да, сервер да. сказал? Сегодня-завтра закроют эту хуйню. Суф, космополит. Ебать, с гильдой как будто с пугами иду, нахуй. Ну чё, ребят, выйти? Не, да? Не знаю, я офнулся давно. Да, блин, пока каждого лично не тыкнешь, блин. Столько времени уходит на то, чтобы просто офнуться, блин. Как сказали офнуться, я сразу офнулся. Космополит. Ну. Так, всё, все вышли. Проверяем. Слил, короче, пожарника Эрдру 25-ку. Ну, постоянно бегаешь, и два Эрдру там вообще самая тема заходит. Ну и сдохло, наверное, человек 12. Все, заходим. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. О, хорош, лад. Время, деньги, друг. Так, срез пойдешь в Энхе? Да, без проблем. Биг Боу, ты зачем ко мне сел? Ты полетишь останавливать? Я вот сильно сомневаюсь. Квазер, ставь шкаф опять. Ты... Так... Кого будем закидывать? Верно, у дракона. Кто там у нас? Мораль? Я бы Телдрина морали кидал. Кто там еще у нас? Пук дракона, хорошо. Так я знал, что вы хотите меня кинуть.
Да. На папке, я бы сказал. Давайте вот этих четверых, получается, Тренталрин, Мораль, Пук Дракона и Аверн. Так. Угу. Так, я до Владимира сверху. Так, Талдин, вот. Прыгай ко мне. Так, давай по делу, у тебя там кто сидит в пушке? У меня приз сидит. Войт приз, который. Так, вот эти два трофейника, которые я поставил, туда по два человека залезьте, в остальные по одному. Так, Хао, ты с кем там сидишь? Кто тебе залез? Со своим напарником. Так, Верн, да? Так, Чоппер. Так, Лириэль, когда Верна забросят, ты пересядешь на этот, на разрушитель. Да, мы нормально, мы все сделаем красиво. Я что делать? Так, срез у тебя, Алиса, дай. Где тут? Это Толдрин. Ты Толдрин со мной, да. Так, Лириэль, привязываешься за звездочкой, столовка, привязываешься за кружком. Так, не вижу, где еще один. Так, на рандике. У нас один разрушитель стоит, да, бесплатно. На это я сяду, наверное. Владимир, у тебя кто сидит? А кто не сидит? Я. Мораль. Так, кто еще на чопере не привязан никому? Подъезжайте к ромбику. Космополит, ты потом пересядешь на ромбик, когда запулим. Так, нечаянно у тебя кто сидит? Так, у дракона, да? Кто еще на чопере гоняет там? Подойдите быстрее. Блин, кто сел на пушки, на все прочее, подойдите сюда ближе, зайдите, чтобы я видел, что вы уже все сели. В тех в осадных машинках, где метки стоят, там только должны 20 человек сидеть, в остальных по одному. То есть, если вы сидите в пушках не на метке, вылезайте оттуда. У какого молодца кто-то вот сидит пушкой вертит, вижу. Вылезайте оттуда. Займите чопперы. Там вас в гостиной сидит, если что. Подождите, чё? А, кто нигде не сидит, подойдите в звезду, блин. Кого никуда не распределил, подойдите в звезду, чтобы я видел, что вы здесь есть. Блин, не могу понять. Так, пикбом. Так, Лириэль. Подъедьте чопперы к своим машинкам, кого куда назначил. Разрушители тоже, станьте где-нибудь так. А ласт, кому я говорю подойти в звезду? Не к машинке в звезду, а в ключу в звезде. Так, раз, два, три, четыре. Так, чоппер, один чоппер свободный, займите его. Кто это сел? Квазер, привязываешься за трусами. Кто там следующий? Трофейник у вас. Привязываешься за луной. Так, на луну еще пойдет Аласт. Там буду водителем я, ты будешь собирать колчеданы и скидывать их также с неба. Ушли туда, стали ближе. Вас перекинули? Вас слышишь? Ну так говорю, к Луне уедь. Тебя назначили, ты должен был уже уехать, Луна сзади. Так, кто у нас еще свободный? Космоблит, ты разве не на чопере был?
Космополит, залезь. Так, стоп. Ты куда будешь залезаться, Владимира? Куда я тебя назначал? Хорошо, бегай сейчас за Рамбом. Так, следующий биг даун. Там, где возле звезды Чоппер бегает, беги туда. Залезешь в Чоппер. Где метка на разрушителе, где звездочка стоит. Нужно найти. Так, кто еще у нас свободен? Эршан. Так, кого никуда не назначил? Нажмите нет. Хаос сидит там. Так, Шадыдзе. Привязываешься за ромбиком, будешь подвозить к нему колчеданы. Кто никуда не сел, сядьте в пушки, в машины, в осадные. Нет, лучше сядьте на чопперы, чтобы подвозить колчеданы. Так, чопперы забиты все, нету чоппера свободного. Но сейчас мы 4 человека закинем туда. Чего они будут свободны? У нас еще 2 чоппера не будут занятых. Почему 2? 5 чопперов. Потому что 4 пушки. Что 3 будут заняты. Я туда народ распределил, и 2 еще становятся свободны. Так, разрушители, распределитесь по зоне. Танки тоже одни спереди, другие сзади встали. Рассасываемся, рассасываемся, народ, просыпайтесь. Можно вопрос? Давай. Так все-таки что бигбоу делать? Возле звезды бегаешь? Я сказал в чоппер залезть. Чопперов нету. Который освободится. Лирия, встань возле звезды, мы будем закидывать, кто там сидит, получается, и пускай бигбоу он сядет на чоппер. Звучит прикольно, но почему бы ему не сесть пока в пушку? Потом вылезти в чоппер. Просто чтобы не сдохнуть. С тем же успехом могут по клочинам залезть. Ого. Сложно распределить. Ну, ты, по идее, можешь тупо прохилиться, там не шибко больно бьет. Там Вильям не захилился. Туда-обратно перелезь. Сядь на пассажирское и обратно. Пацаны, у меня люльку украли, но... Я ей распределил, блин, люди не могут распределиться, кто куда садится и зачем и почему, блин. Ну, 5 машин разрушителей, 5 осадных, в каждой по 2 места, нас 21, чопперов 5, какого хуя? Нас 24. Потому что 4 человека будут еще закидываться, поэтому я распределил, чтобы было по 2 человека на вон тех хернях. То есть одного закидываем, один садится в разрушитель, а другой катается на чоппере дальше. Так чопперы должны быть все свободные, получается. Чопперы должны сейчас 5 человек гонять, которые не должны будут что-то либо потом делать. Поэтому я говорю, кто никуда не распределен, подойдите, скажите, напишите, блин. Валера, расскажи всю тактику, пожалуйста. То есть я-то понимаю, что мне делать, а вот ребята, которые сидят сейчас в колчедане, они настакали. Я его выпустил, полетел он, да? На его место сел кто-то из чоппера, правильно же?
Сейчас, подожди-ка. Так, на чопере возле кружка кто сейчас? Столовка кружит? Да. Столовка, ты сейчас пересядешь в чоппер, правильно? Эй, в разрушитель. Короче, Халеона, смотри, ты умеешь колчеданы собирать на разрушителе? Хорошо, тогда ты пересядешь на кружочек, столовка, так и дальше гоняешь на чопере. Леона, смотри, вот где кружок на разрушителе стоит, мы там человека забросим на Левиафана. Твоя задача будет туда пересесть и собирать колчеданы. Те, кто сидят в разрушителях на вторых местах, то есть на тех, кто собирает колчеданы, запомните в таргет разрушитель человека, который им управляет. Не у вас, который показан, а именно там, где сидит водитель. Запомните его в таргет, чтобы видеть, сколько колчедана у него находится сейчас. И когда будет у него 25 колчедана или меньше, вы берете колчедан, потому что он заполняет 25 поинтов этого колчедана. Что босс делает? Он накидывает огненные лужи. От них, соответственно, уходим. Будут появляться трэш, это получается, цветочки такие. Те, кто сидят на танках, вы их убиваете. Ну, точнее, те, кто сидят на этих, на пушках в танках, вы их убиваете. Это ваша приоритетная задача. Также босс выпускает ледяные лучи. От этих ледяных лучей вы в них заезжаете, он прокастовывает, получается, свою фигню, и вы моментально оттуда уезжаете. Вы не должны там застаиваться. То есть вы заехали, луч остановился, вы оттуда выехали. И этот луч уже не будет за вами гоняться, он остановится и будет стоять на одном месте. А чопперы, кто катается, вы ни в коем случае не разливаете свои лужи, вот эти, как они называются, забыл, нефтяные лужи, иначе будет эта вся херня гореть. Также босс выбирает одного случайную машинку из рейда, кроме чопперов, получается, свой таргет. И он едет к нему, над вами будет мелькать такая фиолетовая метка, и вам до ТПМ будет орать практически на весь экран то, что вот за вами едет босс. Те, кто сидят на осадных машинках, один осадник всегда должен катиться за огненным левиафаном сзади, либо двое. Но ни в коем случае вы не должны стоять у него под мордой. Если одного взяли, значит другой должен уже к нему подъехать. И сбивать у них каст. Все, в принципе. Вопрос. Кто понял, напишите плюс. Вопрос один. Те, кто полетели на утюг, развалили пушки, куда они прыгают, а потом обратно? А у разрушителей и у садников этот стоят метки. Вы можете, в принципе, потом туда заехать, либо сдохнуть. Короче, вот. Сейчас будет. Ладно, давайте пробовать. Время идет. Подождите, а те, кто на чоппере, что им делать? А я каждый чоппер привязал к определенному разрушителю. Ваша задача подвозить колчеданы к этим разрушителям, к которым вы привязаны. Будут появляться такие синие бочки, ну, будут их разбивать с неба, получается, они будут падать. Вы их собираете где-нибудь на окраинах, где нету разрушителя, и подвозите их к своему разрушителю. Окей. Так, чё, Рогатога зашел? Давайте чек на пол. А те, кто стакают колчеданы, не стреляйте по КД. То есть вы набрали 10 стаков, после чего обновляйте его чисто, а не закидывайте, иначе колчедана у нас попросту не хватит. Все, начинайте сбивать колчеданы с неба. И танки пуляйте. Что там, садится в катапульту? Да-да. Можете залить. А, нет. Ну да, заряжайтесь, сразу закидывайте, ребят. Те, кто назначенные были, сразу заряжайтесь. Присаживайтесь. Владимир, запуляй. Вон синие лучи появились, вы можете в них заехать, лучи остановятся и потом от него уезжать. Владимир, пуляй. Владимир, алло. Ну, к Владимиру уже кто-то сел, что ли? Скинь, кто у тебя сидит в этом, в колчеданной.
И тогда ты сможешь запомнить. Ты должен. Еще скорее. А, не надо. Кто заморозился зачем? В чоппер сядь, Телдрин. У меня сидит Хелион. К столовке присядь. Хелион, освободи место под Телдрина, пожалуйста. Кого будем запуливать, можете сесть там, чтобы вас запулили. Мне просто выйти сдохнуть? Почему? Нет, пересядь к столовке. Телдрин сядет, я его запулю. Давай. Бери ключи, давай скорее всего. Мотоцикл садись. Все, обратно прыгай. Я проебал стаки. Она опять перешла спинелиться. У нас одна пушка вообще не бьет. Ну, типа у нас танк замерз. Поэтому я говорю, вы заезжаете в синий луч, он останавливается, после чего вы сразу выезжаете оттуда. Вы не стоите в нем, вы не уезжаете от него постоянно. Если видите, что за вами гонится, остановились, он к вас заехал, все. Иди нахуй. Че, серьезно, еще куча дано промазать, охренеть. Под ноги ему старайтесь стрелять, чтобы не промазать. Вот именно то, чтобы в него-то попал, но вышел промах, блин, это ужас какой-то. Вот, если честно, лучше бы они все по пушкам сидели. Пофигу, я бы Телдрина послал, сам себе стакал колчедан. Вот вообще ладно, нет проблем. Ладно, вылазите из машин, время, чтобы не тянуть, вздыхайте быстрее. Короче, смотрите, есть такая тема, чтобы нормально все это убить. Четыре человека загружаются в пушки до пула. С ними стоят еще 4 человека, которые, когда их запустят с пулов через 5 секунд, они сядут и будут тянуть колчедан. Вот так можно будет. Сразу сесть и тянуть колчедан. Мотоциклы нужно расставить по комнате, и в них не надо сидеть. Один мотоцикл может один человек сидеть. 4 человека рядом с 4 разрушителями стоят. С пула они запускаются, как только пушки на боссе появляются. Через сразу секунду. На выход все, ребят. Как только воскресли, на выход. Можете вообще за это не резаться даже. Так он убивается очень легко. Ну сразу троим нельзя сесть разрушитель. Потому что нельзя. Потому что можно вообще-то. Можно. Можно, но пушка может забагаться. Тебе в прикол вайпаться из-за того, что у тебя баг. Когда багается, там не можешь ничего делать. Лучше стоять рядом на маунте. Как человека запустили, садишься и чанишь крюком колчедан. Дракон, выйди. Дракон, выйди.
Заходите. Подошли все в звезду, сейчас будем забафаем людей, которых будем закидывать. Кто там? Талдрен, Мораль, Дракон, Вер. Подошли. Забафайте их. Кстати, еще кто-то бокстайл поставил, ешьте. И там машинки, короче, метные. И задух старается. Так, кто сидит на водительских в разрушителях? Плюсаните сейчас. Еще два. Еще один. Так, вот эти четверо на них стоят. Пятеро на помощь. А, так, Белдрин, садись. Рассаживайтесь по своим этим. На ремонт. Вас будем закидывать. Разрушители, сразу на ремонт сядьте. Так, на... Так, те... А, плюс они эти пятеро, кто будет садиться на помощь, получается, на собирание колчедана. Это те, кто должны сидеть в чопперах. Чопперы надо оставить пустыми, 4 штуки. Когда вы спрыгиваете с босса, вы подбегаете к чопперу и спасаетесь. Подъезжаете к своему разрушителю, откуда упрыгивали, и закидывают того, кто там сидит, и вы запрыгиваете. Да я, рот, дайте распределиться нахуй! Сука! Слово не могу нахуй сказать, ёб твою мать! Так, охотник! Привет. Становись возле луны. Тебя будем. Алас, становись возле кружка. Еще. Квазар, становись возле ромбика. Халион, становись возле... Где там? Возле трусов. Ну, еще один народ. Теперь чопперы ты распределяешь? Нет, это я распределяю на разрушителей, кто засядет, когда мы закинем людей. Блять, такой вы вообще геморрой устраиваете, это просто пизда. Почему нельзя просто убить, как в прошлый раз? Закинули людей, они убили пушки, мы подъехали. Какой молодец, садись в звезду. Какой молодец, сядь. С чоппера раскидайте, поэтому где-нибудь в центре, на небольшом расстоянии друг от друга. И один человек остается только на чоппере сейчас. Все остальные рассядьтесь по осадникам, в пушки и во все прочее. Квазар. Кто там еще катается, не понял. Столовка. Так, ты че у нас? Столовка, привязываешься за звездой. Будешь подвозить все остальные. Откуда вас заполивали, за теми потом и привязываетесь. Танки уже сели, осадники. Быстро разъехались. Чопперы ближе к центру поставьте, чего так далеко их поставили. Тех, кого будем запаливать, сразу зарядитесь. Те, кто потом будут садиться, вы не залезайте, пока мы не закинем людей, иначе вы их не смогут кинуть. Если зарядитесь, плюсуйте сразу.
Тейл, блин, заряжайся. Лем. Куда ты залез? Лем. Че ты сидишь в чопере? Сказал, чоперы становятся где-то в середине. Все остальные занимают осадники. Поставь чопер и иди в осадник садись. Вас, ну куда ты залез? Ну, блин, сказали не залазить. Мне сказали в кружок, че ты сюда пришел? Идите всех, кого не назначали оттуда, сядьте в осадники. Что ж вы такие тормоза-то, юберный театр? Несколько раз сказал, я назначаю людей, вы уже должны пересесть, рассесть, уйти, разойтись, блядь, и уже бы давно бы все нахрен убили. Че, блядь, так сложно понять, что ли, блин, то, что вас распределяют, вы, ваша задача единственная, сесть туда, куда вас назначили, блин. А если не назначили, я сказал, в осадники идете. Машинки, танки. Элем. Шади, Зара, тебе сказал из чопера вылезти и сесть в разрушитель, точнее в осадную машину, в танк. Это разрушитель, это не осадная. Осадная — это большой танк. Угу. Все, все посмотрели, у вас стоит рядом человечек, который у вас будет садиться и... Все прочее, кого будем закидывать. Сейчас я распределил, кого будем закидывать. Вы уже сели, зарядились. Кто к вам будет садиться? Стали рядом и стоите, ждете, пока закину человека. Все остальные сели в разрушители. Сейчас на чипре один столовка только должен быть. Осадники, танки, разъедьтесь по всей карте, по всему этому фрейму. Разрушители тоже друг от друга дистанцию наберите. Один ближе к углу какому-нибудь станьте, один в середине, другой еще к другому углу. А какой чек, если у нас три танка стоят в одном ебаном месте, хотя я сказал распределиться по карте. Вот кто там, Суф стоит, Си стоит и Вильзевул, свойственно. Все три стоят в одном сраном месте. Все, даю таймер. Танки пуляйте. Забросили людей. Садись. Ускоряй, сразу колчедан тащи. Аласт. Тащи. Тащи, рядом нету его. Тоже. Значит, сбивай. А ты чё, не это, что ли, на починку не заехал? В смысле не заехал? Я уже 5 раз выстрелил, ты меня ускорил, всё, конец. У меня трусы не стреляют. Беда какая. Блин, Вильзевул, ну как? Выйди. Наши медиа. Ласт выйдет, Элдрин сядет. Садись, сразу давай на этот. Давай, садись. Заряжай. Я его. Вот колчедан. Тут двое примороженных уже. 300 всего. Это вайп. Должно быть 5. Я аж правильно считаю.
Ладно, вы вылезаете, все, это не кинете. Вылезьте, умрите. Достойно, недостойно. Вылезти, сдохнуть из машинки. Оценка цели проведена. Смена курса. Встали, Уинстон, заходим. Валер, надо этот, вот, посадить тех, у кого нет со стаками проблем, и типа просто, это, если проблема с подтягиванием, ну, блин, посадить просто чопперов туда и все. Те ребята, которые прыгают, это, ну, шляпа. Потом мне Телдрин возвращается, мне нужно высадить того, посадить того. Ну, я и говорил, кто умеет, плюс сути, чтобы я вас назначил, распределил, чтобы мы вот так вот не вайпали, блин, я специально сказал. И то есть люди не плюсуют, да. Я распределил, кто плюсанул, получается. Раз люди не хотят убивать, то будем мучиться вот такой вот херней. Велзевуль, офнись. Какого хрена тут здесь стоишь? Какой молодец тоже. Чего вы здесь стоите? Хао, кто там еще зашел? Люди, если вы знаете, что тут делать, вот почему вы не плюсуете, блин? Хотите же убить, блин? Вот плюсанули бы сразу то, что вы умеете колчедана собирать. Вас бы посадили, а то я новеньких сейчас посадил, которые не умеют, блин, и из-за этого проблема. Люди орут то, что у них нету колчедана, блин. Заходите все. Ну почему тогда люди все равно жалуются, то, что у них колчедана нет? Собрались все возле звезды. В принципе, Аласт нормально таскал. Я не просрал стаки. Кто-то умудрился прослакать. Там в одном случае две осадки замерзли. С пула прям почти. Там трофейные замерзли. Сядьте, поешьте, кому нужно. Поставил рыбу. Добавьте Телдера на морали, верные пока дракона, пускай они также поедят. Давайте перед пулом вон с улицы настреляем колчедана, навезем хотя бы по 3, по 4 возле каждого разрушителя. Те, кто куда были распределены, подъезжайте к своим фигням, садитесь.
Чоппер, это завезите сюда, в арену. Кто там сидит у тебя? Что у нас чопперы остались? Чопперы, я говорил, завозить надо. Они спасают. Люди не бегают просто так. Когда вас скидывает с босса, вы можете спастись и доставить в комнате здесь. Ну давай по делу в осадке, кто сидит? Шадизара. Иди, иди туда, где ты сидел до этого. Там я с ним сижу. Сразу те, кто, кого будем закидывать, сразу пересядьте свои эти катапульты. Танки распределились по кругу. Разрушители стоят. Все, кто сидят на сборе колчеданов, разрушителях, запомните разрушитель в тарге, чтобы видеть, сколько колчедана, потому что у вас она не отображается в вашем таргете. Так, средств у тебя зарядился? Да.